Тихий весенний вечер, 15 апреля, 2017 год. Вот она, первая прихожанка в храм пришла. Сейчас читаются Деяния святых апостолов, а 11:30 ночи начнется ночное богослужение пасхальное. Тишина. Вот, наверное, мышек там учуял. Наша прихожанка-прухожанка. Кс-кс-кс. Слава Богу за все. Это мурлыка мой, наверное. Мурлыка? Мурлыка. Мурлыка. Кс-кс-кс. Мурлыка. Увидел, наверное, ту кошку. Мурлыка. Мурлыка. Котик. Недели две дома не было. Пришел вот вчера. Во, свои кошачьи печати ставит. Мурлыка. Да где ты был? А, Мурлыка. Узнал меня. Это мой котик серенький. Мурлыка. Где ты был? А? Мурлыка. Ну куда побежал? Да туда. За кошкой. Где-то там ее не видать. Слава Богу за все. Вот тихая, мирная жизнь деревни. Батюшкино хозяйство. Тракторенок, наверное, Игоря Александровича стоит, барабаша. Там бессловесные овцы. А тут словесные овцы заходят сюда, будут заходить.